Доброе утро. Вот у нас с ночи начался дождь, и вот такое утро сегодня холодное, пасмурное. Но зато птички радуют, чирикают. Надо коры набрать. Немножко, блин, намокло. Ветром, наверное, подняло. Плохо укрыли для того, чтобы растопить. Очень классно коры растапливать. Что я хочу вам показать? Блин, земля такая теперь мокренькая, воздух такой свежий, чувствуется влажный, не сухой. Хочу вам показать персики. Дождь благотворно повлиял на персики. Теперь они красиво... То есть персик красиво теперь цветет. Наверное, здесь не видно. Пойду за дом. Посмотрите. Все мокрое, класс. И дождь моросит такой. Еле-еле, но моросит. Ой, как же дождик благотворно повлиял на природу. Птички даже радуются. Так, пойдемте к кустику, то есть дереву персика. Вот, все так, вся земля в вот таких цветах. Возле душа летнего, вон сколько цветов. Ну вот, пришла я за хату. Сливка цветет. Цветет хорошо, не померзло ничего. Но еще обещают, конечно, заморозки. О. Вот. Из окна моряшка выглядывает. Мама говорит: посмотри, какое все розовое. Сейчас обязательно мокрые цветочки в Инстаграм заделаю фоточки. Блин, не знаю. А, вот так виднее. Вот. Где-то машина какая-то едет. Ну что, только что я накормила деток, вермишельки отварила с маслом. Вот, есть тунец, но они с тунцом не любят. То есть Злата и Маряша не будут есть до конца. А вот с маслицем смазала вермишельку, они... Злата уже слопала тарелку, свою порцию, Маряшка кушает. А я вот вышла на веранду, холодно, вот в курточке стою, дождь снова спустился. Только что говорила с мужем по видеосвязи, по вайберу. В Киеве вообще снег идет. У нас снега нет, у нас дождь. Вот, возможно, и у нас будет снег, но маловероятно. Тогда как в Киеве в Броварах выпал снег, а у нас так и не было. Вот, сковорода нагрелась. Хочу блинчиком нажарить. Батон закончился почти. Там кусочек маленький остался. К чаю нет. Ничего, сами дома. Сережа приедет аж послезавтра. То есть завтра надо что-то будет кушать. Ну, еще четвертушка больше. Ну, грубо говоря, половина черного хлеба. В общем, завтра буду пирог печь. В общем, чаю будет что. Хочу сегодня супчик еще сварить. Уже тот, что вчера варила, съела, так как еще муж насыпал на работу. Вот. Сейчас покажу вешалку, как мы повесили временно на веранде для рабочих курточек. Ну вот, это доска, что вчера Сережа делал. Теперь 4 крючка двойных. Класс, мне нравится. Сверху попросила вот фанеру прикрепить, чтобы не сыпалось на курточке ничего. Иду подальше. Вот, крыша еще, конечно, до конца не доделана. На следующий раз, как Сережа будет выходной, по бокам доделает. Блин, не видно. Там, где вытяжка идет с обеих сторон, вот здесь не доложен кирпич. Вот. Бывает такой сквозняк, как стоишь, что-то готовишь. Так, блин, сейчас переверну. Первый блинчик. Залью тесто и покажу вам, какой у нас дождик. Ой. Ну вот, пара сорта идет, холодно. Дождь такой моросящий, но крупный. Ну как сказать, по крыше
Хорошо так тарабанит. Птичка прилетела на столбик. Дятел, наверное. Ага, точно, дятел сейчас будет стучать. Это его любимое место, кстати. Он бывает с орехом прилетит. И бывает, орех раскалывается и летит прямо на голову. Ну, вот такой у нас местный житель. Ой, господи, дай, чтобы дождик такой шел хотя бы дня 4. Но передают на следующую неделю тоже дожди. Пускай идут, потому что то, что прошел ночью, земля вроде бы мокрая. Мало-мало, потому что надо, чтобы на хоть на полметра земля была промочена хотя бы. Класс, так свежо, хорошо, как я скучала за дождем. Боже. Красота? Да. Только жаль, что растает. Снежок. Метет. Я хочу ручку. А, блин, с крыши капает на руку. О! Можно помыть. Смотрю, в окно такой лопатой спустился. На заборе вот так било. Иди, холодно. Все, нет. Марьянка, давай. Ну, я пошла, ты дивися. Мерзный. Ты будешь кашлять, да? Марьянка. Марья. Да. Холодно. Мне прохладно и нормально. А мне прохладно. И нормально. Ладно, пошла в хату. Нам учительница задала такое задание, ну, всем деткам сделать такой эксперимент, наблюдать за луковицей, как она растет. Так что мы уже поставили воду, стоит луковица уже 3 дня, растет. Маленький-маленький корень, этот хвостик подглядывает, даже на камеру видно. Капец, дождались. Дома ничего нет, ни сметаны, ни кефира, ни молока. Вот позвонила сегодня женщине заказать творог. Она говорит, сейчас на работе, дома посмотрит, что есть. Получится творог или нет. Капец, очень творога хочется. Именно чистый творог сам покушать. Вот, что я хочу сказать. Нажарила вот таких пончиков на воде. Такие, в принципе, ну, вот такие получились. Здесь идет, получается, яйцо, соль, сахар. Сода гашеная уксусом и мука. Сейчас разломаю, покажу. Смотрела и печенье, и все. На сковороде, но нет, блин, там дрожжи надо, там либо кефир, либо сметана. У меня ничего из этого нет. В общем, выкрутилось положение, вот такие пончики получились к чаю. Пудрой присыпала сахаром, Маряшка за обе щеки уплетала. Говорит, очень вкусно. Вот, а я сейчас сделала себе чай. Включу сверхъестественный на планшете, так как компьютер сильно много интернета тянет и подвисает сериал. А на планшете очень хорошо идет. Попью чаек, пока мои детки накушались и играются. Потом с Маряшей сядем и будем уроки учить. А я вот еще повидло абрикосовое взяла к пончикам. А на ужин у нас будет супчик вермишелевый с куриным бедром. На курином. А корочке, или как правильно сказать, что-то не фокусируется. Вот, уже сварился, настаивается, вечером будем кушать супчик.